В связи с паводком в Ядрине пробы, отобранные Чувашпотребнадзором в резервуарах чистой воды и водоразборных колонках, не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Воду признали непригодной для питья и приготовления пищи. О принятых мерах рассказали в Минстрое Чувашии. Чтобы у нас население все-таки не пострадало от употребления этой воды в пищу, сейчас Ядринская районная администрация готовится проект постановления, это администрация, о том, что с завтрашнего дня в дошкольных образовательных учреждениях на приготовление пищи с целью мытья посуды и рук будет использоваться только бутилированная вода, а в общеобразовательных учреждениях будут сокращены уроки для того, чтобы горячее питание не обеспечивалось в школах. Соответственно, в учреждениях доп. Образования, в физкультурном центре, в социальных организациях полностью будет прекращена работа. По текущим данным, предварительно пока на 2 дня. 2 дней должно хватить для дезинфекции резервуаров, которые в данный момент выведены из эксплуатации. Их вернут в работу после заключения Роспотребнадзора. В Ядрине имеется достаточный запас бутилированной воды, которую рекомендуют использовать для приготовления пищи. Для технических целей следует использовать кипяченую с добавлением дезинфицирующих средств.